Что в игре с Ахматом, что особенно в игре с Ростовом и даже по игре со СКА Хабаровском, можно отметить, что у динамцев проблемы в защите немалые. А у Спартака хорошая, сильная группа атаки, даже несмотря на то, что три матча подряд они в чемпионате не забивают. Поэтому я скорее вопреки сыграю многим раскладам и прогнозом на эту встречу, даже несмотря на то, что «Спартак» играет на выезде, играет на стадионе «Динамо», я думаю, что «Спартак» забьет. И забьет, скорее всего, на мой взгляд, не один. А вот сколько «Спартак» пропустит, я не знаю. Можно сыграть вверх больше трех в этом матче, можно сыграть обе забьют, тотал больше 2.5, это тоже напрашивается. Но вот я хочу за хороший коэффициент сыграть индивидуальный тотал «Спартака» больше 1.5 за 2.34.